Фальшевский и против Владимира Карпова. Итак, первое вбрасывание — хоккейный клуб Рязанской команды, ну, по крайней мере, в зону входить. Через быструю передачу по центру Альшевский. Пас под синюю линию. Козловский. Классно. Мокин. Кто будет бросать? Бросок, и шайба оказывается в сетке. Было там подставление или нет? Набрасывал Евсеев. Бригаде, спецбригаде, так называемой большинства. Здесь вот потеря случилась у рязанцев. Момент у ворот. Прострел. Бросок, и шайба оказывается в сетке. 2-0. Шайбу после первого вбрасывания придется конструировать атаку тольяттинцам заново. Здесь здорово ногой сыграл Николай Буринов, который вновь на льду. Расположились вот сейчас в зоне, в чужой, хоккеисты самарской команды. Альшевский оставляет шайбу партнеру. Евсеенков. Мокин, бросок, и шайба оказывается в сетке ворот. В девятку попадает сейчас после передачи капитана Александра Евсеенко Михаил Мой. Александр, 17 секунд до выхода пятого полевого игрока. Передача, ну, скорее до Кореневского она была, но попала в клюшку партнеру. Репьях, Сергеев не стал сам бросать. Кореневский, бросок. Такой на замахе пытался поймать вратаря, но в створ не попало. Здесь рикошет, и от Станислава Кондратьева шайба все-таки оказывается в сетке ворот Александра Трушкова. Клуб Рязань со счетом 1-3. Вот здесь что-то пытались придумать все-таки рязанцы. Уступают со счетом 1-3.